Ты что, не видел его? Старика. Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Сказал, что Бальдер сын Фрей. Ну да! Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно! Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдер невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой, что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Сделаешь. А это оружие? Броня или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап, еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Траугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Ну, у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь.
Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Новое дело. Мы же с ним помирились. Тогда пока. Что вам нужно? С помощью этого камня и молота мы с Броком сделаем две Гротика. Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Две уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс! Он исчез. Поищите подсказки в его крепости в Конунсгарде. Смотри! Ключ – камень от Конунсгарда. И на нем твое имя. Просто зашибись. Крепость к северо-западу, за башней Свартальфхейма. Большое каменное здание, жуткое такое. Ни с чем не спутаешь. Братья Хульдра снова в деле. О, скорее бы начать работу. Я и не думал, что мы будем работать вместе. Но я рад. Особенно ради такой цели. За столько лет я привык работать один. Уже забыл, как может пригодиться еще одна пара рук. Я уже забыл, как легко плавить окалину, когда температуру меряет кто-то еще. Чего нужно? Всегда рад помочь. Заходите. Вот где отдых в тишине. Как-нибудь расскажешь мне, кто же сделал такую красоту? Береги себя. Я готов к работе. Thank you.
зря время потратил. Наверняка стирает ту дверь, которая была внизу. Помнишь? Мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Вот опять. То она там, то ее нет. Как это? Почему Тюр чувствовал свою вину за то, что Один сделал с великанами? Однажды, вскоре после создания Мьёльнира, Тюр устроил дипломатическую встречу Одина и королей великанов. Долгая война только началась, многие верили в победу, а йотуны могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Тюр надеялся убедить все стороны, что мир выгоден всем. Он знал, что великанов очень беспокоит молот, великое оружие в ненадежных руках. Но они верили Тюру. Тюр всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привел короля воронов Йотунхейм. Дальше события развивались стремительно. Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание – завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла, в Мидгарде больше не найти великанов, и с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм.
же мы теперь пойдем? Все же сумели поладить. Теперь они раздражают еще больше. Зато как приятно видеть, что они доверяют друг другу. Мимир, ты не сказал нам, как магнимоди связаны с Грунгниром? Ах да! После того, как Грунгнир упал замертво прямо на Тора, никто не мог сдвинуть каменное тело. Тор был чуть не покойник, мозги в смятку, сам едва дышит, и никто из свиты Одина не мог ему помочь. Давай я тебе попозже расскажу. Еще имя. Олрун. А зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме? Когда Магни и Моди сняли Грунгнира с Тора? Магни был белокур и получил всю славу. А Моди злился за это на брата до самого конца, о котором ты и сам знаешь. Whoa!
Смотри. Тут сказано: слава Мацагниру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Сегодня я художник. Ну, я всегда говорю, не нравится, не бери. Подумай. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтарьяков. Замок огромный. Сзади!
убийц. Впереди враг! Король-гном поймал несколько драконов. Наверняка они были нужны для легендарной брони. Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. Чего-чего? А, дерьмо. Магия в драконьем дерьме? Да. Очень мощная. В голове с тобой весело. Да, я сам понял. Это я почувствовал. Yeah!
Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем Интересная мысль. И разумная. Почти все части драконов полезны и наполнены силой. Зубы, чешуя, даже экскременты. А, дерьмо. Да. Очень мощное. Голове с тобой весело. Да, я сам понял.
Ой, ничего себе тут вход. Материалы для легендарной брони наверняка особенные. Надеюсь, легендарные доспехи стоят этих усилий. Если уж Брок и Синдри взялись за это вместе, наверняка дело стоящее. Хоть им-то ты веришь? Атрей, тебе я верю. Легенде нет. А.
так плохо. Иди в оба, сын! Следи за ними!
входной камень есть. Сильные враги.
способы это выяснить, но они очень грязные. Пожалуй, не важно. Осталось двое.